Гуманитарный батальон «Новороссия» под руководством Екатерины Губаревой продолжает оказывать помощь жителям Донецкой Народной Республики. Сегодня гуманитарная помощь была доставлена детям Куйбышевского района города Донецка. Гуманитарный батальон «Новороссия» Екатерины Губаревой ежедневно помогает жителям Донбасса, доставляя гуманитарную помощь из братской России. Куйбышевский район, находящийся на северо-западе города Донецка, на протяжении длительного времени подвергался обстрелам вооруженных сил Украины. В школу номер 52 при содействии депутата Народного совета ДНР Дмитрия Перепелкина и его помощников была доставлена гуманитарная помощь из России. Даже в это тяжелое время, вот смотрите, дети тянутся к знаниям, участвуют в олимпиадах, побеждают. Вот. Вы знаете, что украинские военные, украинская хунта, так скажем, она полностью наших детей устроила геноцид против них. Они больше всего страдают от бомбежек. В этой связи хочу отметить эту школу. Здесь даже во время бомбежек в бомбоубежище проводились занятия детям. Вот. И мы от партии «Новороссия», общественно-политического движения «Новороссия», Павла Юрьевича Губарева, Дмитрия Перепелкина, депутата, и по поручению «Детей России» и их родителей, которые собрали эту помощь, передаем тетради, фломастеры, ручки, все, что необходимо для обучения, потому что это наши дети, им продолжать наше дело и в дальнейшем заканчивать начатое. 7 школ района будет доставляться помощь, и в дальнейшем еще будет доставляться помощь. Сейчас, да, перемирие, и сейчас ситуация вроде бы как стабилизировалась, но неизвестно, что дальше будет, и поэтому в любом случае мы все школы охватим, даже садики, дошкольные учреждения, вот, и постараемся всем доставить ту помощь, которую нам выделили. Подарки, которые привезли наши гости, для нас это очень важно. В это очень сложное, тяжелое время мы учимся, работаем, мы стремимся к знаниям. И, конечно же, когда мы находим такую поддержку, для нас всех это очень значимо и важно. Огромное спасибо и надеемся, что ваши подарки, которые вы сегодня нам передали, привезли, они, безусловно, подарят минуты радости нашим деткам. Также представители общественно-политического движения «Новороссия» привезли развивающие игры и констовары детям детского сада номер 157 Куйбышевского района. На прошлой неделе территория дошкольного учреждения была обстреляна из тяжелой артиллерии ВСУ, вследствие чего оно временно не функционирует, так как повреждено остекление. Мы работали все последнее время, до последних буквально вот нескольких дней, когда дошкольное учреждение пострадало от разрушений. И хотелось бы, чтобы наступил наконец-то мир. И еще раз хотелось бы сказать, что наши депутаты не оставляют без внимания дошкольные учреждения Куйбышевского района. Всегда нам помогают, чем только могут. Мы надеемся на тесное сотрудничество в дальнейшем. Сегодня привезли гуманитарную помощь, так как детки во все времена самая незащищенная социальная категория. Но сейчас это особенно важно для них, для их родителей, чтобы о них кто-то вспомнил, кто-то позаботился, потому что всем очень тяжело. Я хочу выразить огромную благодарность тем деткам Российской Федерации, которые постарались и собрали эту гуманитарную помощь для наших деток, для самых маленьких. Мы очень надеемся на то, что это не последняя наша встреча с этим детским садом и с другими садами нашего района. Мы будем помогать им всеми своими силами, насколько будет возможно. Дарья Черничная, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ.